Добрый день! Христос воскрес! Сегодня как раз праздник, Христовое воскресенье. Поэтому я обращаюсь к вам, Христос воскрес! Всем желаю доброго здоровья, добра, тепла, любви, уюта. Будьте счастливы! В первом ролике, посев салата на подоконнике, я сеяла его 20 февраля. И сказала тогда, что надеюсь к 1 мая у меня вырастет салат. Вот теперь вы можете в этом убедиться. Сегодня 2 мая, и у меня салат вырос. Его уже можно использовать для приготовления салата или так кушать. Я также посеяла салат на даче, но сеяла его 15 марта. Я была вчера на даче, и я его сфотографировала. Вы увидите, какой он по сравнению с этим салатом. А вот такой салат у нас на даче. Видите, он совсем маленький. И естественно, рвать его, использовать еще рановато. Пусть вырастет покрупнее. Так как у меня вырос салат, и на даче у меня выросла редиска, я ее тоже сеяла 8 марта под парничок. И поэтому она у меня выросла. Это я вырвала самую большую. Также лук свой. Я всегда, когда лук начинает только расти, видите, щипаю перышки. Потому что потом крайние листья вот так начинают загибаться, стареть и портиться. А когда они молоденькие, зелененькие, красивые, я с каждой луковички щипаю по одному перышку самому большому и использую для салата. Мы сегодня, как я уже сказала, приготовим салат с экологически чистых своих продуктов. Это я использую вот сейчас. Порежу салат, поотрезаю. Сейчас мне достаточно. Я сказала, что я возьму салат, перышки лука, редиску, яйцо и сделаю на обед такой салатик со сметаной. Заправлю сметаной. Думаю, можете приготовить, вам тоже такой салатик простенький, весенний понравится. Приятного аппетита! Заходите на мой канал, смотрите мои ролики, ставьте лайки, пишите пожелания, замечания, я постараюсь всем ответить. До встречи на моем канале!